Всем привет! Сегодня мы просто гуляем по Ташкенту и снимем просто дороги Ташкента. Вот едем мы. Это вот метро Кипакюля. Да. Вот Светлана. Там у нас какая-то стройка идет, ремонт. Наши автобусы зеленые. Мерседесы. На улице очень жарко. Сколько градусов сегодня, Сардор? 40? 45 градусов. Прям духота. Вот наш красивый Ташкент. Сегодня у нас 29 июня. Это Ломоносова, да, или нет? Это МГИМО. Вы построили место РОВД. Раньше тут было РОВД. Стройки у нас. Везде стройки. По всему городу стройки. Мы сейчас едем за ребенком в садик. Он находится около парка Тельман. Поэтому решили просто снимать дороги. По дороге в садик. Тоже-то МГИМО, надо знать. Это что? Сзади 71-я школа. Сзади 71-я школа, хотя школа. Здесь у нас вот турецкий ресторан «Кардеш» называется. А тут у нас ресторан «Бек», «Сайор» и «У бабушки». Бабушки, это как это, столовая, можно сказать. Братишка за рулем. У нас тут час пик, время 5 часов, даже больше, уже 5:32, поэтому машина очень близко. Да, правильно. Тут еще новостройки.
очень много новостроек. Это вроде Дархан называется новостройка. Прямо. А, да-да-да, правильно. Там уже будет. На... Стал ребенок после садика. Да, очень много. Это же Дархан, да? Да, Дархан. Ложись, ты устал. Ты испотел и устал. Ложись. У нас такой маленький базарчик, магазинчик. Фрукты продают, картошка, лук, мороженое, пайне. Эти дома, кстати,
очень красивые, смотрите, какие. Хавас магазин тут у нас. Такси, думаешь, говорит? Может быть, такси говоришь? Какой мальчик. Дядя сидит. Thank you.